Всем привет! Сегодня самая интересная посылка вот такая вот в моей практике. Такой мелкий товар я не заказывал, по крайней мере не помню. Такое чувство, как будто она пустая. Заебись. Один чехол Ford. Хотя там было штук 10. Ясно, сейчас уточним. Извиняюсь за ожидание. Так, рассказываю историю. Нашел такие чехлы. Написано было за 120 рублей 10 штук лот. Вот, заказал, пришла всего одна. На данный момент удалено, как объявление удалено, сейчас открыл спор, буду держать вас в курсе. Вот такой вот небольшой обман, ничего страшного, решим. Так, идем дальше. Вот еще одна маленькая посылочка, ну хорошо упакована, видно, что-то ценное, раз китайцы так дорожат сраной посылочкой. Обычно что не посылают, так все наплевать. Сейчас узнаем. Вот все бы были такие косоглазые, они вот такие вот, как вот это. Так, а о, интересная штучка для ключей. Так, получается 5 штук, да? Как сказать, крепится на ременной, ну, на ременной пояс и длина 60 сантиметров. Тросик обработан пластиком. Это шикарная вещь на поясе, удобно будет. Вот такие вот дисковые, там, по-моему, 4 вида разных. Так, идем дальше. Вот такая вот посылюндра. Ну, это уже почестнее будет. Так. Чехлы на Шевроле Лачетти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все честно. Хороший продавец. Хорошие чехлы. Далее у нас вот такая посылочка. А это мне. О, и колечки еще. Так, колечки вообще шикарные. Толстые, металлические. 100 штук, что ли, там 300 рублей получается. И вот такие вот серебристые мешки. Типа подарочных. Непонятно, чем они это. Шикарно уже. Так, ладно. И последняя посылочка на сегодня.
Так, рожки и ангел. Крылья. На логотипе авто. Извиняюсь перед всеми. Блин, заколебал эта фишка, мне уже мозги все вынесло. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Ну, как я понимаю, по 20 штук наклеивается на логотип, и типа ангел, и черт. Ну, все видели, наверное, знают. Так, подведем итог. Вот по данной ситуации мне уж больно не понравился сегодня. Ну и сам погнался за дешевой ценой. Ну, я думаю, верну деньги. Там обозначено, что лот был. Хотя и в одном месте. Постараюсь снять потом экранку того, что я написал ему, как оформился. Такие дела, неприятно. Без обмана нету бизнеса. Ладно, всем пока, давайте, ребят. Удачи, не попадайте.